Я рад приветствовать охотников за сокровищами на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем игру под названием Lost Castle. Ну что, дорогие друзья, нас ожидают интересные схватки. Финальный босс, может быть нет. Я не знаю, что там будет дальше. Но будут интересные моменты, я вас уверяю. Это будет прикольно. Появятся новые боссы, это тоже очень круто. Да что, ладно, давайте уже смотреть. Сегодня игра радует нас новыми боссами, но вполне возможно, потому что мы прошли второй раз уже, да? Мы прошли вторую игру второй раз, поэтому нам... Скелеты. Еще скелеты. Не всегда понятно, где мои. Ну ладно, где-то ходят, и то ладно. Так, давайте скинем бутылочку. Таскаю ее, кстати, даже не уверен. Нам уже давали плюс одну атаку, я даже не знаю, это что нам даст. Минус одну атаку, но слава богу, короче, отразили мы это, да? Не хотелось бы понижать свою силу. Хотелось бы только ее наращивать. Отлично, вот нарост, пожалуйста, нарост сил. Отлично, прям дают, прям очень много дают всяких кристальчиков, это хорошо. Еще кристалл дают, вы посмотрите. Плюс 2 крита. Отлично. Призываем. Ой, там на свине. Ой, попал. Может, успокоишься? А мы-то там тоже раздают. Вот так вот. Всех убили. Комнатушечка оказалась небольшая, но очень плотная. Вот заметьте, сколько врагов было, да? Минус 3 атаки. Блин! Я что-то не посмотрел, кстати, я изучал-то это зелье. Да вроде нет, но такое же не попадалось. Так, это что за кольцо? Больше крита! Это повязка, принадлежащая злобному пирату. Оденем. Бананчик. Черепочек не влезет. Мы сейчас тут все подразносим еще. Интересно, он шанс увеличивает? Или что? И насколько, главное. Мне, кстати, сказали, что там я могу посмотреть на синюю стрелочку навести. Но как вот навести ее, если я играю... А, вот предметы, да? Но я играл просто на геймпаде, поэтому мне не видно. Это все мои предметы обычные, а это предметы, которые я подбирал. Вот повязка. Но тут не написано, видите, статы-то я ведь не увижу. Больше крита.
18% всего лишь. Ладно, куда пойдем? Наверх, на куда? Давайте банан съедим. Наверх. Ууу, да! Люблю я такие комнаты. Конечно, сейчас жизни потратим немерено. Ну, 150 точнее всего. Вот и бананчик. Ну, возьмем все вообще. Все отсюда вынесем. Так, что нам дает? Защиты. Получить бонус к защите. Ну, говорю, я не могу понять. Это какой-то процентаж какой-то, походу. Да, защита 24. Защита 26. Это у нас алтарь атаки. Атака 46. Атака, кстати, у нас много атаки. Атака 49. Ну, так-то совсем понты прибавляют, если так подумать. Мы возьмем все. Я тут даже не почитал, что, но мне плевать, в принципе. Погнали. Остальное отопьем как-нибудь. Хорошая комната. Все равно хоть чуть-чуть нам прибавили. За здоровье, правда, ну ничего. Вот, часть отбили. Так, а вот опять неизвестная. Мы же такое же находили. Она нам что-то дала положительное, по-моему, в прошлый раз. Сейчас может дать отрицательное, да? Обрел щит? Нет. Все положительное. Причем, кстати, большой щит обрел. Ой-ой-ой, не успел отпрыгнуть. Опять не успел. Ну правильно, одного обьешь, второй бежит. Щит потеряли. Ну ничего страшного. Как получили, так и ушел, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можем опять щит получить. Можем в щит получить, да? Ну где там? Цвет волос поменялся. Теперь я крут, да? Запись такая. В ожидании чуда, видать. А у нее такая удлиняющаяся штука, да? Булава удлиняющаяся. О-о-о, денежная дверь. Обожаю денежные двери, за ними всегда какие-нибудь вкусняхи лежат. Сундуком по голове. Опять, смотрите, надеюсь, он покруче, чем мой. Ну да, он чуть-чуть покруче. Он дает защиты больше. Зато мы, смотрите, как можем сделать. И все. Ха-ха-ха, нас будет 4. Ну, по крайней мере, первое время. Давайте заплатим 20 монет. Открывай мне двери. О, опять, смотрите, опять 3. Походу, да? Но тут хоть и еда есть. Атакуй неверных. Меня попали. Вы что меня не прикрываете? Ироды. Так, давайте посмотрим, что нам дают. Защиту. Ну, берем все. Че мы? А тут атака. Доберем все. Потом будем разбираться. Так, яблоки. Раз, два. Так, раз, два. Съели. Курочка. Бананчик. Ну и нормально. Восстановилась? А, нет, смотрите, не восстановилась. Ну ладно.
Можно сейчас, кстати, вот эту штуку взять. И пойдем. Ты не знаешь, что здесь за комната. А, это мой. Это мой. Вот такая армия мне нравится. Вот такая армия мне нравится скелетов моих родных. Я просто предводитель скелетов. Вы знаете, было прикольно, если бы еще каким-нибудь броня, вот знаете, она усиливала какие-то способности определенных типов оружия. Ну, они как бы и так есть, да, как бы броня и так усиливает. Там дает крита, например, больше какого-то определенного типа. Я имею в виду на способности. Например, там, какой-то костюм некроманта, он дает увеличенное количество, например, там, на один монстров, там, ну, призываемых. Или какой-то другой тип монстров призывает при этом. Я бы как бы сейчас перебежать бы, а? Так, давайте посмотрим, сколько у меня крита. Что-то я понять не могу. Вот это тоже я тащу. Ну, в принципе, 28%. Так, разгонимся. Где-то живучий вот этот вот, колдун. Да нет, ну что ты меня кидаешь-то прям на шипы? Это же опасно. И несовместимо с жизнью. Так, давайте-ка мы вот это съедим, заберем и прожмем. Как много, смотрите, призывателей скелетов у нас. Просто масса. Естественно, мы ее используем. Вау! Это кто такой? Железный какой-то. Еще один! Он мне говорит, еще один. Генерал! Вау, он какую-то шнягу делает неприятную. Ну-ка давайте. General Motors. А вы знаете, хорошо, что у меня... Опа, он в щит уходит. Так, дал. Опа, разгончик, понял. Скелетов призываем сразу же. Так, понятно. Прекрати. Сейчас разгона даст. Да-да-да. Понятно. Хорошо, что они агрят на себя. Мне это очень помогает. Ха-ха, мой нормально запрятался. Но ненадолго, правда. Еще. Ага. А! Залез, сам же под него залез. Успокойся, это псих! Сломали жизнь генералу! Смотрите, нам дали новую броню, щит дали отличный, какой-то амулет. Уже три новых босса мы встретили, это шикарно просто. Открываем. Бананы кровавые какие-то, кинжалы парные, это шикарно. Так, бананчики, давайте поедим сразу.
яблоки возьмем. А еще и бомбы, которых нам пока негде использовать. Так, давайте попробуем это зелье. Что за зелье? Нет. Неизвестно. Заморозка, отморозка. Хорошо, что не сработало. И ножи. Плюс 15 крита, минус 5 атаки. Что они делают? Вау! Прикольно! Прикольно! И вот просто суперская атака, да, согласитесь, крутая. По кругу получается, если толпа набегает на вас, или можете ворваться в кого-нибудь. Например, там, да? Как она? Ну-ка, давайте посмотрим. На месте, да? Понятно все. Но я все-таки пойду с этим, призывающим. Нормальный получился у нас предмет. Получается, он вместо того костяного лорда, который был тогда, да, там что-то смертельный лорд или что-то в этом духе, вместо него теперь вот этот вот чувак, генерал. Ну и последняя башня. Вот это опасно. Ой, блин, ну пипец. Просто стреляем, пока можем. Пока к нам никто не подошел. Во-в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 о, сейчас пойдут. С той стороны уже. Призываем. Черт, не стой прыгнуть. Осталось народу не так много. Много, блин. Гребаный колдун молдун, а. Ну, это, конечно, жесткая комната, согласитесь. Я говорю, самые жесткие комнаты, это когда в центре вас выкидывают. Когда вас выкидывают в центре просто, и вокруг вас толпа врагов. Вот это самая жесть. Отлично, смотрите, сколько камней. Один вон на крит. Кстати, насчет крита, сейчас я посмотрю, а то я что-то уже начинаю сомневаться. Действительно ли 2% дают? Крит 28, сейчас должно быть 30-ка получается, да, у меня? Давайте посмотрим. Крит 30%, да, эти, значит, не обманывают. А те, они вот непонятно, как работают, те фонтаны, вообще непонятно. Но, говорю, возможно, это кривость перевода просто. Потому что уже не первый человек на нее жалуется, говорит, что очень криво перевод, и непонятно вообще, кто как... Кто как перевел это? Кто это вообще перевел, типа того, непонятно. Хрусть, хрусть. И бананчик давайте съедим. Опа! А он такой же, как кабан. Только жук. Да блин, ну прекрати. А там дракон еще! Да прекрати ты, жук сраный! Какой же ты конь, а? Какой же ты жук, ты ж конь! Пипец! Не, он против драконов, я вообще не знаю, что делать. Ну, как бы уворачиваться, понятно. Нормально меня снесли. Так, мне дают еще один предмет, похожий. Даже не знаю, ребят. Даже не знаю. Давайте выпьем. Восстановление 50% хп. Неизвестное зелье, значит, оно будет отрицательное. Давайте его выкинем. Ну, не факт, что оно будет отрицательное, да, то потому что, говорю, я не понимаю немножко, как эти зелья вообще работают, но, ну, большая вероятность, что это будет в минус атаку, ну, как бы в минус нашу жизнь, я не буду его таскать. Пойдемте вниз, что ли. О, опять начинается. Прыгнул же, прыгнул, нет? Давай, 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 призывай, призывай, призывай. Мне сейчас нужны скелеты.
Вот этого козла главное убить. Как он, главное, в меня-то не попал, да? Просто мимо меня пролетел удар. Хотя он четко прошел в меня. Ну да ладно. Мне же лучше. Так, а я больше не могу, да? Могу не выкидывать, точнее всего. Либо нем отравлен. Ну, в принципе, я на это и рассчитывал. Я так и думал, что, наверное, буду отравлен. О, там сколько костей. Кто-то страшный живет, походу. Да, там собака живет. Собака Кусака. Так, собаку убили. Молодцы, ребятки. Что за зелье? Ледяное зелье? Нет. Снизу кто-нибудь есть? Хорошая, кстати, броня. Против на мага, по-моему, самое то. Так, давайте съедим. Заберем яблочки. Хрусть, хрусть, хрусть. Одно яблочко. Второе яблочко. Там третье яблочко. Нет. Так, броня, смотрите. Ну, а минус 30 хп, плюс 5 к передвижению, минус 10 к КД. В принципе, КД это очень неплохо для нас. Минус 5 защиты, минус 30 жизни. Ну, я вот даже не знаю, спорный такой вопрос, да? Потому что в хп нам надо 300, 30 хп, это тоже хп. И нам позволит пережить хотя бы одну какую-то атаку. Зато даст скорость. Я даже прям не знаю. Ну, и смотрится она не так круто, как эта броня. Ха-ха, давайте в ней бегать. Мне она больше нравится. Я пойду в ней. Призываем, заходим. Кто здесь? О, это ты, Чучундра. Ты не агришься, что ли, на моих типов? А я бы на том месте агрился. Умри, умри, умри! Проклятая тварь. Тихо, призываем. Так. Опять нам говорят, что я не могу. А, неизвестное зелье. Давайте, отравление уже было, наверное, ничего страшного. Максимум хп, вот это отлично. А, неизвестное зелье, хлебаем. Вы богаты. Ура! Я богат! Я богат! Я до этого был беден, но сегодня я богат. Ура! Не смей бетнуть скелетов, ты! О, смотрите, новый хрен. Он собачек тоже создает. И демонов, вообще всех создает. А до этого был другой, помните, такой в комбинезоне был. Так, мы его выхолеснули. Ну, магом, оказывается, его убить гораздо проще. Коси козла! Заказили, загасили козла. Разрушай. Мне нравится разрушать все в округе. Вы это, надеюсь, уже поняли. В этот раз мы пойдем в верхнюю дверь.
Вот так вот. Деньги и яблоки. Нам это ничего не нужно. Уходим наверх. Кто здесь? О, надо кого-то спасти. Он только что, кстати, был. Смотрите. Он меняет свою внешность. Я освобожу тебя. Спасибо за спасение моей жизни, храбрый охотник за сокровищами. Я был солдатом в сэрской армии охотник за сокровищами. Не хочешь еще один меч на твое что-то ля-ля-ля? Давай, хочу, конечно. Вперед! В этот раз я не дам тебе умереть. Вперед, 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 атакую всех. Смотрите, как быстро мы вдвоем расхлебываем это говно. Вау! А такое, кстати, у меня уже было. Я такое уже видел. По-моему, паучий, да, какой-то? Плюс 7, плюс 5. Смотрите, хорошее оружие, кстати. Давайте посмотрим, что оно делает. А, нет, такого я не видел. Пыщ, 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 потом бабах. Не, ну мы со скелетами лучше походим. Понравилась мне эта палка. Дойдем с ней до конца. Эта область теперь чиста от демонов. Я должен найти оставшуюся часть моего отряда. Удачи. Спасибо, спасай. Ступай с Богом, спасай с Богом, спаси Бога. Я уж что-то как готов был не прочитать. Напоследок я дам тебе вот эту штуку. Пускай она упадет во славу Бога. Какому Богу бы ты ни молился, да. Уходим. А там что? А там ничего. Фиг с маслом, там вот что. Колдовство. О, и тут еще один. Конечно, давай, храбрый охотник с сокровищами. Я был рожден ради того, мочи козлов. Меньше разговоров, больше мочить козлов. Призываю. Вот так правильно. Лежачего не бьет, вы! Не смейте трогать этого воина, храброго и смелого, и подостойного. Вы недостойные демоны. Хрусть, хрусть. Съедим яблоки, возьмем яблоки. Где монетку? Держись поодаль, друг мой. Шмяк. Колдунство. Ой-ой-ой, меня прям в пузо дали. Сейчас Элидана убьем. А, черт! Ха-ха, в самый последний момент хотел нажать и не нажал. Ну, нормально. Убили все. Получили сундук. Возьмем курочку, съедим курочку. Прожмем. Вау! А это что? Вы посмотрите, сколько разного типа оружия. Тут вообще просто масса всего интересного. Так, давайте посмотрим, что это за оружие. А, плюс 5 защиты, плюс 5 крита, парники какие-то чудесные. Хо-хо, это что такое вообще? Ну, обычный парник, только вот с такой неимоверно крутой визуализацией. Вы посмотрите, просто шикарная, да? Еще раз я хочу это сделать. Мне просто безумно понравилось. Чу-чу-чу! Какой-то крик происходит внутри. Но мы пока будем... Я говорю, я решил пройти полностью именно с этим оружием. А уж, естественно, сейчас попадется нам такой меч, я буду с радостью проходить и им. Эта область теперь чиста от демонов. Должно быть, да, спасибо. Ступай с Богом, как говорится. Опа, опять ты. Но он всегда, походу, один и тот же, да, здесь. Вот этот, Nightmare Guardian. Защитник, кошмарный защитник. Ой-ой-ой, я же хотел прыгнуть. Я хотел, но не получилось. Да ёперный театр, да прыгаешь ты. Отходим, отходим, отходим. Чуть не получили сейчас по щам. Точнее, получили. Вау! Что-то я отхватываю от него. Обычно так не отхватываю. Ё-моё, мы сейчас так и умереть можем. Давай-ка я отойду и съем курицу. Да твою ж налево, а! Успокойся, что ты распрыгался? Вот. Иди впей. И опять! Ну под прыжок прям четко подхожу его. В
блин, нет, это ненормально. Да отстань. Да успокойся, все. Что-то в этот раз, короче, ребята, уж извините, но я что-то походу лажаю. Да умри уже. Ладно, хоть по нулям. Да, что-то вот этими прыжками меня он достал, вы знаете. Сложно было уходить. Пять курицы я съел на нем. По-моему, перебор. Слишком перебор. Так, опять нам дают эту супер-мега-броню для колдуна. Защиту, монетку. Я хп не теряю, когда на бананы же, да, наступаю? Так, у меня здесь больше всего, короче, больше. Тогда даже без вопросов. А это что такое? Ну это вообще же барахло, да? Нет, а призови... А, понятно, помощник, помощник. Но он бесполезный, по-моему, первого уровня он вообще бесполезный. Со второго уровня он начинает хоть какую-то пользу приносить. Давайте прожимаем на скелетов и погнали. Кто сейчас будет? Давай нам на в помощь. Наконец-то ты сюда добрался. Что-то очень ужасное ждет тебя в следующей комнате. Вообще-то я здесь в охоте за сокровищами. Но они у меня уже больше, чем... Но их у меня уже больше, чем достаточно. Если ты желаешь пройти дальше, я только могу предложить тебе остатки этой еды. Остатками меня накормить решил, да? Удачи. Ножи, ножи, ножи. Ну, хоть эта еда, мог бы и курице дать, если честно. Прожимаем, пойдем смотреть, кто там. Кто же нас ждет? Мне кажется, я там буду. Мой бывший герой, которым я играл, похож на него. Да, это он и есть. Этот же рыжеволосый. Только единственное, что он с копьем, а я был тогда не с копьем. У меня было интересное оружие. Что-то там забери их всех. Я ничего не понимаю, что он говорит. О, финал какой-то. У него, походу, у них у всех, походу, одинаковая броня, одинаковый вид. Воу, 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 воу. Нет, 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 уходи. Воу, с парниками. Он реально опасен. Теперь раз, теперь типа с луком. Хо-хо-хо, вообще колдует. Шикарно. Не, парень. А, беги! Ха-ха-ха, он больной, я не могу, я боюсь его. Не, он какой-то конченый. У него много атак всяких. Так, может, я тоже буду бомбу юзать? Вау, вау, вау! Опа, опа, вот это обманочка была!
Воу-воу-воу! Ой-ой-ой-ой-ушки, у меня осталось... Да нифига у меня не осталось. У меня остались бомбы. Я съел, получается, по случайке. Я вместо с этим слопал еще и вот эту мандалу, которая очень вкусняшная была. Но мне кажется, что у него еще есть стадия. Нет, 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 ну только не убивай меня, прошу. Вау! Не, ну вот это был какой-то адский в конце выстрел. Мне же там было хп, наверное, ну я не знаю, но единиц, наверное, 40. Фу, он какой-то конченый, он просто массу атак использует. Я не знаю, как против него биться пока сейчас. Что против него было делать-то, возможно, надо подумать. Раз в щит, раз в это, раз в то. Он разными типами оружия пользуется, постоянно меняет их. Ну, у него, наверное, где-то 4, как минимум, типа оружия разных. Да, блин, ну это прям вообще жескач. Жескач-жескачевый. Ну, было прикольно, вы знаете. Знакомо. Теперь я буду знать, что там, по крайней мере. Чего ждать-то? Давайте-ка вот это, наверное, откроем. 120 и 200. Дьявольские саба. Давайте посмотрим, что такое. Заклинание, высеченное на груди охотника за сокровищами. Запугивает торговца, дают первую... А, ну понятно, первую сделку бесплатно он дает. В принципе, не такое уж сильно и нужное. Но давайте возьмем. Плюс вот это. Жертвоприношение душ для улучшения силы. Следующий уровень, так, какие-то души для улучшения силы. Мне кажется, что-то половину из этого просто херня на постном масле, и оно просто неправильно переведено. Вы видите мертвых людей, иногда они показывают вам, куда идти дальше. Следующий уровень плюс 15. Это, походу, как раз про это мне писали, что... Если мы возьмем, возможно, этот скилл, нам будут иногда показывать, какие двери с ништяками, а какие двери просто проходные на следующие уровни. Ну, круто. Можно будет изучить. Жесткий босс, блин, вообще он конкретно жесткий. Что-то по сравнению с ним остальные все вообще такие лапочки. А он прям реально прям накидывает, накидывает, накидывает. От него не отойти, от него не убежать, к нему за спину не зайти. Жескач какой-то. О, смотрите, сразу две и посох дают. Ядовитый призывающий цветок, да? И дают еще и меч такой же. Ну что, дорогие друзья, давайте остановимся, наверное, на этом моменте. Очень интересная игра получилась. В следующий раз, я надеюсь, мы дойдем до этого босса и все-таки сломаем ему жизнь. А вообще это да, это мой персонаж, мой этот причесочка прям вылитая моя, понятное дело, что оружие не то, а само лицо персонажа это да, именно тем, кем я играл в прошлый раз. Прикольно придумано, это интересная задумка, вообще интересная задумка сюжета. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, всем спасибо за внимание и увидимся в новых прохождениях. Я вас крепко обнимаю, всем пока!